Салоник. Вопрос заключается в том, о морали православной. Я вижу, что много православных в сети, но на них оказывает влияние смиряне. Они представляют православие без православной морали. Особенно к вам, отец Христофор, этот вопрос. Чтобы для того, чтобы человек быть православным в Америке, самое главное, это самое трудное, получить православную мораль. Он, у него нет примеров, не живет рядом с церковью. Мы переносим, конечно, послание Евангелия, но он должен посетить церковь. Приди и смотри, вот. Как он поймет, что такое православие. Он легко узнает, что такое православие, но как Христос может стать способом жизни в деталях, поймет, что святой человек – это тот, который смотрит, сидит и говорит по-другому, по-христиански. Как мы перенесем вот эту мораль, православную мораль? И как мы его научим не попадать под влияние разных конфессий? Поскольку в интернете интернет отчужденный, там миряне, они не уважают свободу других, оказывают давление для того, чтобы передать то, чего хотят. Это трудно для нас довести до них Слово Христа, и трудно показать им мораль православных. Благодарю вас. Благодарю за вопрос. И, конечно, я согласен с вами. Как чай, когда опускаешь эту пачку чая, не становится сразу. Требуется время, не получается чай сразу. Требуется время, поэтому и священники, и прихожане имеют огромное значение. Может, человек, он захочет узнать более детали, но мы его не превратим в течение года или двух лет православным. Если он обратится к нам, мы должны показать им веру, мы должны дать ему понять, что трудно научиться этому. Вначале мы старались привлечь других организаций под наш зонтик. Кто-то обратился к нам и сказал, что мы хотим стать, я тоже православный, он сказал, я его спросил, сколько раз ты лет православный, я ему сказал, что я 6 лет православный, если я не могу дать определение православия, как вы сможете, если у меня нет терпения подождать, пока вода не превратилась в чай, что же делать? Это может побеспокоить и рассердить определенных людей, но лучше это, чем привлечь людей, которые не готовы. И мне кажется, что очень важный процесс, поскольку через эту воду мы сделаем правильный чай.